Дорогие, смотреть, это новый друг. Ну, конечно, это не фирм. Фильм нет, это просто это русская клавиатура. И давайте смотреть, что это новая подруга. Сейчас мы будем. Давай. Вот. Прежде всего, мы будем смотреть это новый друг. Это русская клавиатура. И вы будете смотреть эти иероглифы. Кроме английского, еще есть русского. И вот, смотреть. И, конечно, вот это похоже на телевизор, да? Вот, обратите за внимание, его Transmart. И сейчас мы будем. И я думаю, что это у него есть особенность. Вот, вы обратите за внимание на телевизор. И вот, если я так поставить, и там есть такое, можно такое. И если туда поставить, ничего нет, это просто клавиатура, да? И сейчас мы будем играть эту игру для вас. И вы будете хорошо узнать это, как используете для нашей жизни красивее, да? Сейчас пойдемте. Подождите. Ладно, я думаю, что вы уже хорошо понимаете, это клавиатура, как используете с нашей. Ага, и сейчас мы будем дальше другие игры, хорошо? Я думаю, что это обязательно с нашей Android Smart Box вместе играть, да? И сейчас мы будем. Вы знаете, это игры сейчас. Это русская клавиатура. И сейчас мы будем написать игры в русский. Сейчас мы будем найти Google. Вот. Thank you.
его. Сейчас мы будем. Вот. Просто кроме русского еще есть это английского, да? Вот. Мы будем еще раз, например, мы найти Яндекс. Вот. Давайте поиск. Ну, обязательно это Wi-Fi так медленно. Мы будем еще дальше смотреть. Хорошо? Думаю, что если вы покупаете мой клавиатур, очень хорошо с нашей Android SmartBox вместе покупать. Это просто дать вам это русская клавиатура, да? И спасибо вам, обратите внимание. И обязательно обратите внимание мой Transmart и русская клавиатура. Спасибо вам. До свидания.